Певица Анна Семенович выдвинула свою версию о причине тяжелой болезни фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Артистка призналась, что спортсмен злоупотреблял алкоголем, что и вызвало проблемы со здоровьем. Со слов Семенович, однажды она вместе с Костомаровым должна была выступать на важном мероприятии. Но в ночь перед шоу фигурист увлекся алкоголем, из-за чего номер был сорван. Певица вспомнила, что на утро застала спортсмена, когда тот запивал водку пивом. К слову, сотрудничество Семенович и Костомарова не заладилось. Пара разошлась в плохих отношениях. Ранее артистка заявляла, что из-за плохого настроения спортсмен мог бросить ее на лед во время поддержки или даже ударить.